В Славянском районе прошло зональное совещание Таманского отдела Кубанского казачьего войска. Кроме атаманов районных казачьих обществ, в заседании приняли участие заместители глав по социальным вопросам, руководители образовательных учреждений. Губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым перед казаками была поставлена задача взять под свою охрану все образовательные учреждения края, так как это повысит уровень не только безопасности, но и ответственности за веренную территорию. Для того, чтобы обсудить, как исполняется распоряжение главы региона, с какими проблемами приходится сталкиваться и перспективах дальнейшей работы, и было решено провести зональное совещание. Как рассказал атаман Славянского районного казачьего общества, сегодня больше половины школ города и района находится под охраной казачьих организаций. В планах довести до 100% и взять под охрану не только средние образовательные учреждения, но и детские сады. У нас в настоящее время на территории Славянского района охраняется порядка 60% уже казачьих образовательных учреждений, так и школы. До конца года планируется все образовательные учреждения взять под охрану. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о взятии под охрану и детские дошкольные образовательные учреждения, а также учреждения дополнительного образования. Подобные зональные совещания пройдут во всех отделах Кубанского казачьего войска, после чего состоится краевое совещание, на котором будут подведены итоги работы.